вы знали, что работа вашей печени на 100% обеспечивает правильное питание каждой клетки вашего организма на протяжении всей жизни, от первой до последней секунды. И одновременно печень примерно на 70% обеспечивает очищение крови. Как вы думаете, может эффективно работать какой-то орган, какая-то система, какая-то клетка, если она не получает правильное питание и не может избавиться от тех продуктов жизнедеятельности, которые она выработала? Надеюсь, вы понимаете, какую огромную роль имеет работа печени в сохранении вашего здоровья, вашей высокой работоспособности и обеспечении активного долголетия. А что вы делаете для этого? Для того, чтобы печень могла эффективно и безопасно и долгое время работать в вашем организме. Ну, скажу по секрету, половина смотрящих видео, судя по статистике на моем канале, когда-то сделала очень правильный выбор. Они выбрали мужской пол. Вот мужчинам повезло в этом плане. Потому что по мощности ферментных систем мужчина от 2 до 50 раз опережает женщину. Мужская печень очень хорошо работает. Она лучше очищает кровь, лучше снабжает кровь и организм питательными веществами. Именно поэтому, ведя примерно одинаковый образ жизни, имея примерно одинаковый расклад продуктов питания, мужчина остается здоров, а женщина болеет. И мужчина не понимает, почему. Она придуривается. Она находит себе проблемы для лечения. Да нет, просто у нее метаболическое обеспечение ее организма хуже. Ей нужно тщательнее подбирать питание. Ей нужно лучше питаться. По сравнению с мужчиной, тогда она тоже будет в состоянии здоровья находиться. Но мужчина может так себя вести до поры до времени. Вот когда, имея такой вот великолепный бонус на старте, мужчина его полноценно не использует, какие-то функции начинают постепенно снижаться. И неважно, снизилась работоспособность, появилась одышечка, снизилась потенция, нарушилось состояние суставов, появились боли там какие-то. Мужчина стал прихрамывать при ходьбе. Несущественно, каким путем, какие болезни дают о себе знать. Если вернитесь к началу видео, поймите, что пока вы 100% питания не обеспечите, не имеет права работать организм эффективно. Пока вы не обеспечите эффективное очищение крови, об активном долголетии даже не мечтайте. Женщинам хуже. Но вы знаете, печень не болит. Если бы она болела, если бы она давала о себе как-то знать, там, знаете, постучала, почувствовали боль в правом подреберье, о, наверное, надо что-то делать. Увы. Но печень намекает другим путем. Когда нарушено удаление жирорастворимых канцерогенов через печень, появляется угревая сыпь. Она чаще образуется у женщин, но она бывает и у мужчин. И это уже показывает звоночек, что функция печени нарушена. Да, при этом можно найти гормональные изменения, однозначно. Потому что организм вынужден перераспределить поток канцерогенов не привычным путем через печень, а через дублера сальные железы, которые, ну, минимум в 20, а по максимуму и в 50 раз отстают по мощности от печени. Как вы думаете, нужно это подстраховывать или нет? И что нужно лечить? Потому что когда вы вмешиваетесь в гормональную систему, пытаетесь, да нет, не через кожу, через печень больную. Ага, сейчас. Так она и вывела вам это все. А если еще и наружу используете антибиотики, да, или гормональные мази, да, конечно. Я понимаю, что секрет сальных желез создает на коже специфические уникальные условия для каких-то бактерий. Глупо было бы бактериям там не появиться, если для них питательная среда. И не с ними нужно бороться, а питательную среду убрать у них. Тогда уревая сыпь сама по себе девается. А гормоны можно замаскировать, да, это самые сильные противовоспалительные. Сильнее не придумали еще. И возникает проблема. Есть другие индикаторы плохой работы печени. Есть такое состояние утреннее. Утреннее или печеночная лень. Оно говорит о том, что за ночь кровь не успела разжижиться, сделать более жидкой и обеспечить вам высокую работоспособность.
То есть человек, как после хорошего там легкого кросса, он с легкой усталости уже утром стартует. Дальше он добавляет нагрузку, усталость нарастает. И появляется раньше, чем прямо перед сном. И утренняя печеночная лень превращается в синдром хронической усталости. И можно какими-то стимулами стягать мозг, можно подстегивать иммунную систему, но лучше все-таки обратиться к истокам, заняться печенью. Есть много других признаков нарушенной работы печени. Но мужчины могут долго гусарить, как говорится, при хорошей печени. Ну, до тех пор, пока в печени разовьется жировой гепатоз. Или стеатогепатит. Или не перенесет гепатит. Вот тогда все возможности резко снижаются. На этом фоне легко возникает сахарный диабет, снижается потенция, развивается атеросклероз сосудов. Это уже, ну скажем так, не первые признаки нарушения работы печени, но они тоже присутствуют. Очень часто плохая работа печени – это известное такое заболевание, как вегетососудистая дистония, которое произрастает в пределах Советского Союза, но это сути не меняет. Просто у человека хронически густая кровь, и какая зона мозга не получает кровь, появляются то страхи, то тревоги, то депрессия развивается. Кстати, тоже индикатор плохой работы печени, потому что когда мозг получает кровь не 100%, а на 50%, не работать вам будет на 50%. Знаете, смешно залив литр бензина в автомобиль, рассчитывая, что он вас повезет как на 2. Сколько зальете, столько и повезет. Дали крови мозгу на 50% и активность получите на 50%. А все, мозг, они резервы и из депрессии перейти в психиатрию. Не следует так делать. Знаете, я мог бы долго рассказывать вам о том, о роли печени в работе вашего организма. Но вы знаете, попробую сэкономить ваше время. Несколько лет назад я издал вот такую книгу «Что делать, если у вас есть печень?». Вы знаете, почему назвал вот так, не боль в печени? Потому что печень, она есть, и пока человек, в принципе, неплохо себя чувствует, она работает. Болезни показывают разные стороны нарушения работы печени. Здесь описаны вот основные такие малые признаки нарушения работы печени. Сейчас я вам уже их обозначил. А есть еще там дисбактериоз в кишечнике, есть венозная сеточка, есть пигментные пятна или наоборот депигментация в виде витилиго. Много у печени различных функций. Ну невозможно, вы же понимаете, что практически любое заболевание можно связать с плохой работой печени. Здесь описано в этой книге, как создать печени комфортные условия, чтобы комфортные условия возникли у вас в организме. Потому что если вы создадите комфортные условия для работы, она вам создаст комфортные условия для жизни. И не будет вас ограничивать разными путями. Кстати, здесь описано 50 самых распространенных систем, которыми пытаются восстановить работу организма и печени, а на самом деле нарушают работу печени, и через эту систему падает весь организм. Начиная с очищения печени и с различных несбалансированных диет. Не стоит испытывать возможности печени. Она орган, который способен уникален. Он способен великолепно к регенерации, пока у нее есть резервы. Вот если вы поймете, что нужно резервы не расходовать, а создавать, тогда я за ваше здоровье спокоен. А создавать резервы поможет вам хорошая работа печени на протяжении всей жизни. Если вы хотите узнать более подробно, больше 200 страниц информации, вы видите контакты, вы можете приобрести эту книгу через интернет. Я вас уверяю, написано на уровне 7 класса. То есть поймут все. Знаете, многие врачи, я им глаза открывал, они забыли нормальную физиологию, анатомию забыли. В той зоне, когда что можно использовать для здоровья. Здесь описано и физиология работы печени, и биохимия, и нормальная анатомия. Как это использовать для вашего собственного здоровья. Уже написано очень доступным языком на уровне 7 класса школы. Поэтому, если вы хотите обеспечить своей печени более комфортные условия и получить в ответ высокую работоспособность своего организма на протяжении многих лет, вы видите контакты, вы можете обратиться, заказать книгу,
Стоит она недорого. Но ваше здоровье существенно дороже. Потому что пересадка просто изношенной печени – это 55 тысяч долларов. Это серьезный вклад. Причем пересаживают не печень, а пол печени. Поэтому берегите свою печень. Она сбережет ваше здоровье и создаст вам активное долголетие. Контакты вы видите. По ним вы легко можете обратиться и заказать очень полезную книгу. Это самая лучшая книга из тех 45, которые я на сегодняшний момент опубликовал. Самая любимая. Поэтому, чтобы вы знали, что делать, пока у вас есть печень, обращайтесь.